Ловят, не ловят, ловят, не ловят. Жителям Шуман даже чтобы просто позвонить, приходилось подниматься на самую высокую точку села. Но все должно поменяться, по крайней мере, для учеников. Ведь в школу проводят не просто интернет, а высокоскоростной. Вот она, заветная траншея. По ней и побегут мегабайты. Шуманскую сельскую школу, как и все по Татарстану, подключат к интернету по новой технологии. Здесь используют оптоволокно. Это и обеспечит учебное заведение интернетом скоростью не ниже 100 мегабайт в секунду. Линии строились уже значительно, давным-давно, то есть уже ее физическое состояние не удовлетворяет потребностям. А по оптоволоконным каналам связи мы можем организовать скорость передачи данных до 1 гигабита в секунду. Низкая скорость, перебои, отсутствие сети. Всю побочку плохого интернета жители ощутили в период самоизоляции. Дистанционное обучение через скайп тогда практически сошло на нет. Обратную связь с учениками учителя держали через СМС. Поскольку у нас не только жители Шуман, и есть еще и Берлеулуязы, шуманам было попроще, так как у нас и вышка есть, может, это нам помогло. С деревни Берли там немножко проблем были, скорость еще ниже, чем у нас была. К началу года качественный интернет был в 635 школах. К 1 сентября подключат все оставшиеся 1045 учебных заведений. И это всего за 5 месяцев. Таковым было поручение президента Рустама Миниханова. И эти цифры тоже своеобразный рекорд республики. Расходы на образование – это инвестиции в будущее, не раз говорил президент. По уровню проникновения интернет Татарстан находится на первом месте по Приволжскому федеральному округу. На всю программу из федерального центра выделяется 1 миллиард 100 миллионов рублей. Вот. На подключение школ к сети интернет, не вошедших в эту программу, из республиканского бюджета выделяется 240 миллионов рублей. Сама программа рассчитана на 3 года. В планах обеспечить высокоскоростным интернетом не только школы, но и ФАПы, объекты МЧС и Росгвардии. Это почти 3500 социально значимых объектов. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Высокогорский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Көтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.